Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января не будут работать средняя школа номер 81 и детский сад номер 411. По информации предприятия «Минские тепловые сети», 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по улице Альшевского, 70 и 74А. Пребывание детей в этот день организуют в учреждениях, расположенных поблизости. Для учеников 81-й школы будут работать дежурные группы в школе номер 128, улица Альшевского, 59, а воспитанников 411-го детского сада ждут в ясли-саду номер 401 по улице Лынькова. В местах временного пребывания детей будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечено горячее питание. При этом школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.